Вас приветствует фабрика декору и я Елена. Сегодня я покажу, как задекорировать деревянный органайзер таксофон для карандашей и ручек от фабрики декору. Чтобы покрасить свою заготовку, я использую декоакрил Красный Мак. Перед нанесением краски грунтую поверхность, чтобы уменьшить расход краски, это первое, и потом поверхность равномерно окрасилась. Когда грунт высох, приступаю к покраске декоакрилом от фабрики декору. Даю краске высохнуть и аккуратно извлекаю детали из основы. Не выламываю силой элементы, а при необходимости подрезаю тонкие соединения канцелярским ножом. И тогда детали легче отсоединяются. Собираю свой таксофон, как показано на инструкции. Для склеивания деталей использую клей «Профессиональный переплет» от фабрики «Декору». Фиксирую свой таксофон канцелярскими резинками для того, чтобы клей хорошо схватился. Даю заготовке хорошо склеиться, снимаю резинки и грунтую таксофон белым акриловым грунтом от фабрики «Декору». После высыхания грунта крашу поверхность декоакрилом. Мой таксофон уже равномерно красный. Теперь я буду выделять рисунок черной гелевой ручкой, так, как уже сделала на одной стороне. Вот такая красивая телефонная будка у меня получается. На этом, в принципе, можно остановиться, но я хочу сделать ее для себя еще немного красивее. Тонирую края, чтобы придать еще больший объем. И, наконец, самое интересное. Декорирую таксофон. Для этого использую чипборд от фабрики «Декору», а также самые разнообразные элементы декора. Собранную композицию приклеиваю с помощью 3D-геля от фабрики «Декору». Следующий этап – это декорирование композиции красками. Использовать буду мусс медного цвета.
металлики фиолетовый, солнечный манго, лазурный. На медиум акриловый прозрачный глянец от фабрики Декору клею разные посыпушки, чтобы придать еще больше состаренности своему таксофону. Чтобы убрать излишний блеск, добавляю еще немного декоакрила «Красный мак». И вот он, окончательный результат. Надеюсь, что вам понравился мастер-класс и был интересен сам процесс работы. С вами была Елена и фабрика Декорум. Приятного творчества!